Робот-пылесос для сухой и влажной уборки. Сегодня на распаковке робот-пылесос Xiaomi, модель Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. В комплекте с пылесосом прилагается пылесборник, щетка, крышка щетки, боковая щетка, сменная боковая щетка, резервуар для воды, накладка для влажной уборки, зарядная док-станция, шнур питания, инструмент для очистки и инструкция. Корпус пылесоса выглядит стильно и лаконично. Высота устройства 81 мм. Но чтобы быть уверенным наверняка, что пылесос проедет под диваном или кроватью, советуем измерить их высоту. Сверху на корпусе находится навигационный датчик, кнопка включения и кнопка док-станции. Управляется пылесос через приложение Mi Home. Там можно включить и выключить робот-пылесос, вернуть его на док-станцию, отследить процесс уборки, установить уровень очистки помещения, обычное, тихое или турбо, а также составить расписание уборки. Номинальная мощность устройства 35 Вт. У пылесоса есть 25 инфракрасных датчиков, которые не дадут ему столкнуться с мебелью или упасть с лестницы. Зигзагообразная траектория движения позволяет охватить больше площади и повысить эффективность уборки. А еще он способен преодолевать препятствия высотой до 2 см. Эта модель предназначена для сухой и влажной уборки. Объем пылесборника 450 мл. Внутри него находится моющийся HEPA-фильтр. Контейнер для влажной уборки вмещает 270 мл воды. Емкости аккумулятора 2600 мАч хватит, чтобы за раз убрать трехкомнатную квартиру. Для зарядки потребуется около часа. Что в итоге? Этот робот-пылесос подойдет для сухой или влажной уборки квартиры. Из особенностей отметим удобное управление со смартфона, маневренность благодаря высокоточным датчикам, а также возможность установки расписания уборки.